Для конкурса «Дети читают стихи». Выступает Бабаев Артем, ученик 8 Б класса поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Он читает стихотворение «Детство» Сурикова. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой. Вот свернулись санки, и я на бок, хлоп, кубарем качусь я под гору в сугроб. А друзья мальчишки, стоя надо мной, весело хохочет над моей бедой. Все лицо и руки залепил мне снег, мне в сугробе горе, а ребятам смех. Но меж тем усело солнышко давно, поднялась вьюга на небе темно. Весь ты перезябнешь, руки не сорвешь, и домой тихонько, нехотя вредешь. Ветхую шубенку скинешь с плеч долой, заберешься на печь к бабушке седой. И сидишь, ни слова, тихо все кругом, только слышишь, воет вьюга за окном. В уголке согнувшись, лапти дед плетет, матушка за пралкой молча лен бредет. Избу освещает, огонек светится, зимний вечер длится без конца. И начну у бабки сказки я просить, и начнет мне бабка сказки говорить. Как Иван-царевич птицу жар поймал, как ему невесту серый волк достал. Слушаю я сказку, сердце так и мрет, а в трубе сердито ветер злой поет. Я прижмусь к старушке, тихо речь журчит, и глаза мне крепко сладкий сон смежит. А во сне мне снятся чудные края, и Иван-царевич это будто я. Вот передо мной чудный сад цветет, в том саду большое дерево растет, золотая клетка на суке висит, в этой клетке птица точно жар горит. Прыгает в той клетке, весело поет, ярким чудным светом сад весь обдает. Вот я к ней подкрался и за клетку «Хоть!» и хотела с сада с птицей убежать, но не тут-то было, поднялся шум, звон, набежала стража в сад со всех сторон. Руки мне скрутили и ведут меня, и, дрожа от страха, просыпаюсь я. Уж давно в окошко солнышко глядит, пред иконой бабка молится стоит. Весело текли детские года, вас не омрачали горе и беда.